Всем привет! Сегодня хотим показать наш заказ по ФБГЛИК по третьему каталогу. Заказ огромный, но такой сильный. Так, первое, что хочу начать, это с новинок этого каталога. Ну, вернее, новинок второго каталога, но во втором каталоге мы не делали заказ. Так что так. Хотела найти быстро, а как всегда. Это новинки второго, третьего каталога. Два порошка. Первый Альпийский луга и второй Морозный день. 299 рублей. Так, ну давайте покажем. Идут они точно такие же, как обычно, универсальные. Это Альпийский луга. Сквозь упаковку так пахнет свежестью. Вот. Так, артикул 115-35. Порошки отличные, поэтому заказываем постоянно. Да, мы заказываем постоянно. Хорошо. И не только мы, у нас заказывают постоянно тоже порошок. Вот, да. Морозный день. Альпийский луга мы заказали, Морозный день вот у нас заказали. Постоянно они хорошие, отбеливают. Ой, что они только не делают. Ну, чистое белье. Чистое белье, да. Так, дальше. Давайте продолжим. Следующее, что мы заказали, это наш уже полюбившийся кондиционер за 149 рублей для белья. Нам понравился вот этот с аромакапсулой морской. Свежестью такой очень нравится. Ну, постоянно заказываем. Полюбившийся. Артикул 112-65. Так, следующее, что мы заказали, это что мы заказали, это за 99 рублей водный антистатик. Спрей, вот такой вот водный, без запаха он, снимает статическое электричество, подходит для всех видов тканей, без спирта и пропилетов. Ну, вот антистатик, да, вот, на это хорошо. Особенно на лето. Ну да, когда колготки носишь и платье смотрите. Да, вот это... у нас заказали на пробу первый раз. На весну, на летом колготки не носят, как он. Ну, бывает, когда. Ну, бывает, да, и летом. Фух, да. Так, следующее, что мы заказали, это средство для туалета чистящее. Очень классное, кстати, средство. Была акция при покупке двух, каждый за 125 рублей. Угу. Мы заказали два. Потому что классное средство, и оно всегда нужно. Так что вот такие вот две бутылочки заказали. Так. Ой. Дальше. Заказа много, бутылок много. Следующее. Нам очень понравилось вот это мыло для кухни, и мы заказали в этот раз запахом зеленого чая. 89 рублей. Очень, кстати, классные, очищает налеты, убирает жирные. И когда особенно мясо, рыбу разделали, запах убирает. Очень такой нежный запах. Так, следующим на этой странице это крем для чистки металлических поверхностей за 149 рублей. Это у меня вот мы себе не заказали, а у нас заказали. Да, мы заказали, уже не первый раз заказывают. Мягко удаляет загрязнения, не царапает поверхности. Ну, в следующий раз себе закажем. Да, попробуем, расскажем. Чай, который уже заказывают не первый раз, ей понравился. Да. И то, что мы постоянно заказываем, это для чистки духовок и плит за 149 рублей. Вот такая вот. Ну, у нас гостья приехала одна недавно. Я решила показать ей это средство. Ну, она это фибриликом не занимается и вообще хаяла фибрилик, не хотела ничего к нему. Ну, в общем-то, это. Я говорю, ну сейчас пока чай наливаю, я залью плитку и посмотрим. Но я не успела даже чай налить, 3 минуты ровно прошло. Да. Мы вернулись назад, я просто тряпочкой протерла плитку, загрязненную, очень загрязненную плитку протерла. Чисто тряпочка с водой. И все, она стала чистая. Она удивилась, глаза вытаращила, ну и согласилась подписаться. Артикул
111-19. А что еще делают? И мы еще, так как мы в своем доме живем, да, у нас своя канализация, чуть-чуть добавляет в трубы. Трубы канализацию. Он пробивает очень хорошо. Он убирает же. Не только в своем доме можно. Да. И квартира тоже трубы засоряются. Тоже это. Так, следующее. С этой же страницы мы заказали два пробника от для чистки духов. Это на подарки. На подарки, да. Так, пока пробники. И в этот раз мы заказали, решили попробовать вот такой концентрированный стиральный для цветного белья. Попробуем. Потом скажем. Да. Так, ложечку положили нам. Крышку. Ну и следующее. Так, следующее. Это уже постоянная покупка, не только у нас, а без нее вообще мы не обходимся. За 149 рублей заказали мы средства для мытья посуды. Так, первое, что у нас заказали, это для чувствительной кожи. Заботится о нежной коже рук, дерматологически протестирован. Подходит для мытья детской посуды и бутылочек. Ну, человек, который заказал, она гипоаллергенная. Запах такой нежный. Ну, поэтому цветочный, она и заказала, чтобы, потому что она аллергенная. Да. Вот она первый раз заказала на пробу. Да. Так, мы уже опять новинку заказали для себя. Угу. В каталоге она уже давно. Это для мытья посуды с экстрактом малины. Подходит для мытья детской посуды, овощей и фруктов. Придает и сохраняет блеск, аромат лесной малины. Вот такой вот тоже нежный аромат. Угу. У меня телефон болтает. Сейчас. Так, следующее. А следующее мы заказали одно по каталогу, а второе по на сайте. Первое, это, в общем, такая функция концентрат напитки для похудения. Первое, это вот синенький такой. Это для меня. Функциональное питание. Это принимается утром. Способствует сокращению аппетита и более быстрому чувству насыщения. Ну, я вообще ничему не верю, это абсолютно. Я человек фома неверующий, можно так назвать. Ну, а здесь увидела, вместе работали, и она так шикарно похудела, так легко это. Ну, и потом мы еще увидели с тобой на видео. Да, да. Женщина рассказывала отзывы. А вот в Одноклассниках, кто там выставляет для похудения, я пропускаю эту рекламу, никогда нет. Мы от Фаберлика увидели. Я не помню, то ли, ну, в общем, женщина покупала, и она купила вот такие упаковки. Да, прям. Упаковки огромные, 10 большие. 10 штук она купила это. Упаковок. Ну, вчера я выпила зеленую, да, на ночь. Очень сладкая. Она с лесными ягодами. Разводится в комнатной воде, я развела, она получается как кисель. Я выпила сначала, было очень сладко, но у меня желудок не принимает много сладкого. А, ну вот, это, в принципе, легко обошлось. А сегодня утром синенькая? А вот сейчас выпила синюю, тоже сладкая. Ну, это, не так сильно. Ну, ничего, дискомфорта я не испытываю. Вот. И... А, зеленая выводит из организма шлаки и токсины и противодействует застою желчи. Ну, вот как раз мне это нужно. Очистка назвала. Такая. Да. Будем пробовать. Так, следующее, то, что... Заказали мы и заказали у нас. Так, сейчас быстренько найду. То, что заказали у нас. Крем для депиляции. Так, я его еще долго не вытаскивала из мешочка. Ну, человек, который заказал, он она уже давно постоянно им пользуется. Берет, да. Да. Два в одном для депиляции и уход. Здесь тюбик, я не буду вытаскивать. И шпатель. Ну, лопатка, шпатель, да. Для нанесения. Вот такая вот. Стоит 229 рублей. И мы заказали, была акция за 99 рублей при покупке на 290
9 рублей. И мы заказали вот такие две альгинатные масочки. Так, одна альгинатная маска, увлажняющая маска. Это маска с алоэ вера и оливковым маслом. Интенсивно увлажняет кожу, оказывает восстанавливающее и противовоспалительное действие. Я скажу, что такое альгинатная маска. Ее разводят водой. И потом он наносится, как она, таким слоем огромным средства вот этой маски. Она высыхает. И ее полностью снять можно. Она как маска, вот именно что снимается. Не как, она снимается как маска-пленка, но да, более щадящая и таким огромным. Как гелевая она так получается, она даже не как гелевая, она как вот такое ощущение, вот, как объяснить-то? Ну, какая-то мягкая, плотная. Она так легко снимается. Да. Вот такая вот. Так что это увлажняющая. А это у нас тонизирующая. Маска с женьшенем, спирулином, с витамином С обладает тонизирующим, антиоксидантным, регенерирующим эффектом. Вот такая вот. Попробуем. Потом будем, если понравится, будем использовать. Ну ты это уже пользуешься, я-то еще не раз. Да, не я попробовала такую маску, мне понравилось. Пришел каталог четвертый. И все. На этом заказ. В этот раз мы выписали, у нас закончилась бытовая химия, и нам пришлось выписывать бытовую химию. Мы всегда подводим, чтобы у нас разом иногда выписать. Да, чтобы все выписать сразу. И все. А потом уже по чуть-чуть выписывать закончившееся. На этом все, всем спасибо, всем пока, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. До новых встреч!